Всем привет, с вами Тимофей. К сожалению, я не успел включить запись с самого начала, но прошло всего одна минута. Практически один пак крипов только пробежал, так что ничего важного пока не случилось. Если не считать, что против меня играет практически генеральская красная краска. И это будет наверняка большой проблемой. Если даже не считать еще жнеца, красную маску. Кстати, жнеца, похоже, ФБ сейчас сделает. А нет, смотри-ка, он как-то выжил. Да уж, чудом он как-то выжил, странно. Странно, что они втроем не смогли его убить. Сетует на то, что хилка не помогла, видимо. Руку не дала, чтобы под башню чуть-чуть зайти. А, хилка дала руку жнецу. Оба маска. Что это, блядь? Вот. Я случайно чат на общий перевел. Небольшая путаница с чатом. И ФБ все-таки мы отдали, да? Ну ладно. В принципе. Привычно. Привычная ситуация. Я так задумался, что изучил ненужный, неправильный талант. Надо был барьер первым учить. Вместо этого. О! Тенька наша вышла. Наша тенька вышла. Так, ну я дал ТП, но отменил. Так, у теньки просто лагает, понятно. Понятненько. У теньки просто лагает, ясно. Может быть, краску ганглот, я не знаю. О, нет, кажется, не краску ганглот. Кого-то другого ганглот. Да, по маске я сейчас не стукнул. Но, извините, как-то не вышло. Ай, блин, не изучился талант. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Знаете, что-то как-то не выходит что-то. Что-то я не разыгрался, пришел после сверхурочного этого. Я на работе там... Должен был в 4 пойти домой, а пошел в итоге в 10. Так что настроение не очень, и не разыгрался, и вот что-то не попал в маску, а автоатакой обычной. Если бы по маске дал автоатаку, может быть, убил бы. Да, я точно бы убил. Так. Что там такое творится? А, понятно. Я сдох. Нет, не совсем, но почти. Кота, наверное, отдавать придется. Ой, кошка вражеская. Надо ее маленько задержать хотя бы. Блин, наши замес, что ли, дали там? Ужас какой. Хилка всех отхиляла, да? Ай-яй-яй-яй, отстаньте от меня. Оба! Не знаю, как так вышло, но что-то вышло. Да, похоже, даже просто подзадержать немножечко кошку. Даже это помогло маленько напарникам. Просто задержка кошки небольшая. Монстр подержан. А, да. Напарник. Краска, ой, тень жалуется, что мы состилили. Тень? Или это она себя жалуется, что стилит?
на себя, то есть. Это немножко странно звучит, конечно, да. Что-то как-то не идет у меня кач. Блин, ласки-то не выходит. Ну, я не знаю. Отстой какой-то. О, вард на миду, оказывается, был, пропал. Ясно. Так. О, кажется, они идут. Идут гангать. Ну, давай. Отлично. Незаменимый боец. Тебе не этот килл забрала. Ну ладно. Профи-тролль. Говорит воевода. Простили еще тень. Да, прикольно. Быстро забираем пак. И может быть успеем в лесу маленько. В лесу тоже по этот, подолбиться. Мне кажется, надо поосторожнее вам тут быть. Блин, зря я задавил лайн, если бы она сейчас... Ну хотя хрен знает. Ну-ка, ну-ка, маска, маска пробегает мимо. Мощь берет, понятно. У меня еще тут кошка рядом. 5, что у нас тут? Немножко силы. Блин, ну а тут трое сейчас на миду. Опасно гангать, наверное. Нормально вышло. Нормально как-то вышло. Более-менее. Ой-ой-ой, что там творится, что творится? Маску ловит. Кошку ловит. Разошлись. Ну ладно. А, блин, опять они туда лезут, опять. Так, я просто прострадал фигнёй, и у меня вард сбили. Вард, ребята, там вард. СС, долго краски нет, она неизвестно где. Мастерство боя. Лечу. Так. Давайте быстро заберем пак. Хорошо. Маны маловато, надо взять регену побольше. Так, на миду вард поставили. Воевода, похоже, специально умер в лесу. Ну, хотя бы убили кошку.
Вот эта ульта глупая получилась. Честно признаюсь, глупая ульта получилась, да. Тут я не спорю с вами даже. А, я не могу его превращать. Я его убил обычной автоатакой. Ахаха. Да, прикольно вышло. Барьером промазал, ульту просрал. И обычной автоатакой я его добил. О, да. Прикольно. Просто какой-то лакер прям я. Лакернуло мне конкретно. Ну что ж, кач идет, все хорошо. Пока что. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Меня задело! Отстаньте от меня! Ой-ой-ой-ой-ой, зачем вы напали? Зачем в такой ситуации? Нет, 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 неправильно, неправильно. Но я же ведь ушел же живой же, ну сволочи, из-за вас. Из-за вас я сдох. Блять, ладно. Ведь я же выжил, я ушел, все хорошо. Нет, они на двоих полезли вдвоем без меня. Ну, мне пришлось разворачиваться. Короче, херню сделали. Фу, ну ладно. 8К перекач, но это ничего не значит при красной краске и красном жнеце. И маски. Маска, жнец и краска. Это просто имбопати какое-то. Не знаю, как тут можно вообще им проиграть. Как они могут, в смысле, проиграть нам? Вот этот вопрос. Хм. Вот это да. Как это вышло? Кошка потеряла кошку и сдохла. Так, пока у нас тут на лайне пронесено маленько, пойду голду заберу по-быстрому. Нашим лесникам некогда лес чистить, они гангают. Молодцы. Давай догорай уже быстрее. Так, нормально. Сенька вард перебила. Ага, а краска только что ульту потратила. Странно. Ну ладно. Вот это меня маска нафигачила. Чуть не сдох. Ой, нет, отстаньте. Хотя вообще-то не так все и страшно. Кошка без кошки опять. Блин, ну ладно. Это я зря просто барьер просрал. Никогда так не делайте. Тут, наверное, ничего хорошего не выйдет. Они хотят лезть прямо под вышку, прямо сейчас. А воевода ТП-шится куда-то в этот момент. Ну все, все, никакой вышки, ребят. Ой! Вот это странно! Убили маску в итоге. Краска ушла. Блин, вот жнеца нельзя превращать его в ульте. Вот это неудобно. Очень, очень неудобно. Блин, он сдох каким-то чудом. Ну ладно. Похоже, у меня пати просто очень хорошая.
Потому что я не чувствую, чтобы я сильно им помогал. Блин. Кошка корм. Да, есть такое. Ой-ой-ой-ой, масочка. Обнова. Краска взяла обнову, это плохо. Краска под обнову, это плохо. И на коте она нас может сейчас подловить, наверное. Хотя хрен его знает, что будет. Так. Я тут чё жду? Крипов жду, да? Маска. Может, маску с тенью забрать? Скрывай. Прикольно вышло. Главное теперь убежать живым. Блин, если б я успел бы курицу до того, как он превратился, блин. А вот теперь превращу. Ой, мне дали птиц. Ну зря, зря. Я про них забываю же все время. И зря мы за ней так далеко гонимся, наверное. О, они догнали ее. Нихера себе. Они ее убили. Блин, не попал барьер. Почему не курица? Сука. Тут живучая, а. Умри. Блин, пока я смотрел то, что происходит у них в другом месте, мимо меня пробежала маска, и я чуть не сдох. С ума сбрендить. Да хватит мне птиц кидать, я про них забуду, ё-моё. Зря они мне птиц кидают, это реально. Так, надо купить немножко отхила. 7.1. Ну, так-то да. Не знаю даже. То ли я хорошо сыграл, то ли это везение, но выглядит прям прикольно. Очень прикольно все. Так, я в инвизе. Пустите меня вперед. Вперед, меня пустите вперед. Да. Ладно, похер. А, не, мне не понадобилось появляться. Хорошо. Так. Блин, ну маску так не поймаешь, конечно, этими дурацкими шарами. О. Поймали. Ну ладно. Не успел даже превратиться. Или у него не было ульты. Погоня. Нести надо. Вот здесь я согласен, в принципе. Что нести надо. Ауч. Меня бьет башня. Прям на чужой земле несем, а. Так, что теперь, что теперь? Где тут была вроде маска или кто-то еще? Или мне показалось? Ладно, надо валить отсюда.
Вардов у нас прям повсюду, а даже в чужом лесу уже. Подождите, дайте крипов-то забрать. Ну куда вы сразу пошли в атаку? Ну дайте крипов-то забрать. Пипец какой-то. Кошку убили. Череда побед. Блин, убежала краска. Офигеть. Офигеть, офигеть, офигеть. Офигеть, я полумертвый. Я полумертвый. Я полумертвый. Короче, надо валить отсюда. Через двойные башни, через двойные башни. Прошел, прошел. Нет. Нет. Да, блядь! Надо было сдохнуть на этих башнях. О, боже мой. Это просто ужас какой-то. Маска уже прыжок потратила. Мастерский контроль. Незаменимый боец. Череда. Стремло. Дямс. Он чё, потратил ульту наш меч? На драка? Тьфу ты, нашего кента хотел превратить. Вот это был бы прикол. Ну давай меч, иди и быкуй без ульты-то. О, я в инвизе. Одинарную башню сначала хотят. Меч! Меч бьет не кошку, а саму женщину, которая управляет кошкой. И при этом она еще и умирает. Вот это нифига себе. Это да, это круто. Но, блин. Ладно, похер, в принципе, уже. Ай! Ай-яй-яй! Я вышел. Вроде бы. О, меня хиляет. Отлично. И только меч, который потратил ульту на драке, сдох. Блин, кошка почти померла. Но это уже не игра, конечно, это избиение просто. А, я понял, почему мы долго не завершаем бой. Потому что сейчас задание же набрать опыт. Все понятно. Но они не сами снесут, а я тогда голду заберу по-быстрому. Я уж и забыл, что там это задание есть.
Магический арсенал разрушен. Краска, краска раскормил, пишут. И кошка карманула. А так вот, максимально улучшенное колечко у нас будет. Ну, чисто по приколу. Мастерство боя. Давайте для скорости проноса. Краска нам дает понять, что она фидит, типа того. Ну, то есть... что она злится на свою команду и, типа, не будет стараться больше. Я так полагаю. Это надо понимать. Хочет, чтобы побыстрее пронесли, потому что они, наверное, не сдаются никак. Я сказал про мотивацию. Победа. Да. А ведь краски не хватало всего одно очко до генерала, по-моему, там. Обидно, наверное, по антыкве сейчас. Так, нанесено урона по героям. 37 тысяч я нанес. Ну, 38, считай. Так, 21 меч, 31 кент, 9 тень и вывод 19. Ну, я от кента чуть-чуть прям отстал. Мы с ним вдвоем там надамажили во всех. Ладно, всем спасибо, всем пока.